Она хотела в объятия его, но ведь сердце не отправят посылки. Девочка не формалка, притом ЛГБТ-активистка. Опять снова бежит доказать, если не загорятся искры в глазах. В туалете на стене пометка и даже висит его плакат. Вспоминает лишь о нем и моментами у нее на голове ушки аниме. Свои прибавки его бросят, тоже поверь, она хочет с ними сделать, не только ты. Знаешь, они лишь по фану, но нет, не прокатит. Она надеется, но чего ради? Зовет на все коллабы, помнит в кровати. И сзади ради него поставит все на кон. Все на ком, да она хочет, но не минимум. Минимум ночью пишет ему лирику. Лирику, ее глазки слез не берегут. Не берегут. Она в футболке всех ДК, и у нее в руках ЛГ-ЛГ-ЛГ-флаг. Она не знает, как привлечь его внимание. Даже ее краш, это да. Против него попадает мир иной. Автоматы летят в него как магниты. Тут все дома покорены. За спиной стоит Азиз Данилович. Ним лучше не шутить. Кадиллаки летят назад. Мама, мама, мой платье 2000 он заплатит. Но и не по пути. И от любви его отмелет лишь украденный бит. Ради нее поставит все на кон. Все на кон, и он хочет, но не минимум. Минимум, и читает ее лирику. Лирику, его глазки слез не берегут. Не берегут. Она в футболке всех ДК, и у нее в руках ЛГ-ЛГ-ЛГ-флаг. Она не знает, как привлечь его внимание. Даже